Не могу ничего сказать, кроме того, что мы оба в белом и приехали на белой машине. И вокруг нас что тут еще? Белый потолок. И вон там качели, не качели, а карусели. Сейчас пойдем на карусели кататься. Вон, видите, сейчас карусель проехала, видно, да? Папа. Ну что, вспомним молодость. Покатаемся сейчас на карусели. Сейчас попьем вина, выпьем, и тогда полезем. И полезем. Пришли сюда в горпарк отметить день рождения. А здесь алкоголя нету, льда нету, лето, а у них нет льда. Но уже не будем менять дислокацию. Будем ужинать без льда. Да простит меня Виктория. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. В саду всегда есть работы. Всегда их можно и нужно найти. Потому что если не находить работу в саду, то сад просто зачахнет. Вот я и прихожу каждые 2-3 часа сюда. По возможности на работе перерыв, я бегу в сад, чтобы что-то попробовать, испытать. Внедрить новое. Ну и бульдожки мне в помощь. Вот очередной раз пришел к водоему. Испытываю одно новшество. Земляне, я Александр Док. Вот превратности судьбы. Давай, тяни. Сначала строили стену, теперь мы ее ломаем. Ну, когда-то это было одно предприятие, потом мы разделились, построили стену, а теперь эту стену берлинскую убираем. Ну, она не берлинская, она у нас синоним берлинской. Ребята настраивают лебедку. Ну, поехали. Что такое? Что-то пошло не так. Ну что, идет? Ого!
Ну вот теперь импульс соединился с металликом.